Ребят, бегите скорее сюда! У нас тут челлендж начинается! А без вас точно будет не так весело! Ну что, все в сборе? Погнали! Итак, в какой-то бутылке гадость. Но девчонки не знают, в какой. Моника пробует первой. О, какая вкуснятина! Кстати, знаете, что там было? Секундочку. Зак готовит апельсиновый сок. Ну, кто же откажется? Моника просто в восторге. А что, Мэри? Пора и ей приступать. Только это какой-то огненный кошмар. Что же это, Зак? Оу, мексиканский вкус. Табаско и чили. Что может быть горячее такого напитка? Моника, срочно нужна твоя помощь. Хорошо, что под рукой всегда есть огнетушитель. А мы движемся дальше. Итак, главное не выбрать гадость. Мэри начинает. И тут же попадает на ужасный коктейль от бармена Зака. Кактус? Рыба? Теперь все взболтать и наслаждаться, если получится. Зато в две другие бутылки он наливает ягодную фанту. Прошу приступать. Мэри пробует коктейль. Но это настолько невыносимо, что придется пойти на крайние меры. Крышки прочь! Мэри, как можно скорее надо исправить ситуацию. Итак, в этот раз Мэри хочет обратиться за помощью к удаче. Ну что, сработала считалочка? Мэри пробует напиток белого цвета. Кажется, наконец-то ей повезло. Как вкусно! А что же это? Зак сейчас покажет древнее мастерство рукопашного боя. Чтобы приготовить кокосовый напиток, кокос нужно разделить на две части. Как хорошо, что в нем столько сока. Да, но понадобится не один, а точно несколько. Бедняга Зак. Он не был готов к таким нагрузкам. Зато какой восхитительный напиток пьет Мэри. Он словно перенес ее на остров. А вот Моника не любит мечты. Подавай ей реальность. А в реальности надо выпить что-то зеленое. А как это на вкус? Судите сами. Брокколи – это точно невкусно. Ну и гадость. Моника даже позеленела. Хорошо, что Мэри еще немного и медсестра. Где тут наша пациентка? Скитлс в таких случаях всегда помогает. Ладно, а что теперь? Кажется, у Зака все в порядке с фантазией. Знаете, что пьет Мэри? О, да! Коктейль с мармеладными глазами. Ну и немного спрайта. Освежает. Мэри, поделись хоть капелькой. Но куда там? Выпила все. А вот и глазик. Он, кстати, очень вкусный.
Пытаясь добраться до остальных, Мэри не рассчитала силу. Ба-бам! Ну что, а теперь пришло время Моники. Что же там? Ой, это же лапша и много-много специй. Есть сомнение, что это будет хорошо. А тут еще и Мэри хочет подшутить. Что ж, вот этот голубой выглядит неплохо. Хотя на самом деле это... Ой, Зак, ты нас пугаешь. Кажется, это уже слишком для нашего челленджа. Ой, что же это? Вы поняли? Это кусок супер вонючего сыра. Просто высшей пробы. Да еще и с фантой. Это настоящее издевательство. Никому не советуем пробовать такое, если вы хотите дожить до лета. Ладно, готово. Моника даже сделала пару глотков. Но пить это совершенно невозможно. Мэри, а ты что выберешь? Нет. А вот это да, да, да. Зак приготовил кое-что особенное. Ингредиенты простые, а вкус потрясный. Что может быть проще колы? Мэри ее выпила так много, что даже преобразилась. Прикольный лук, подруга. Моника очень боится ошибиться. Кстати, бутылки в этот раз не совсем обычные. Взрывная карамель – это нечто. А что в самой бутылке? Зак подошел к этому с научной точки зрения. Арбузный сок вступит в реакцию с вот этой вот мармеладной соской. Гениально! И еще немного вот такого порошка. Класс! Но будьте осторожны! Монике очень понравился эксперимент. А что насчет Мэри? Здесь будет лимонный сок. Берегите зубы. И тоже мармеладная соска. Да, начало хорошее. Но Мэри ждет дальше не самая приятная история. Это просто нечто. Такое она пережить не смогла. А в этом раунде у нас, как всегда, гадость и радость. Моника, давай ты. Вкусно. О, да. Зак, как настоящий гурман, готовит нечто особенное. Это невероятный милкшейк. Лучший в мире. Моника очень довольна.
Мэри выбирает другую бутылку. А там... Морковь, яйца и ничего хорошего. Вряд ли Мэри останется довольна. Да уж, яйца точно там были лишние. Но зря Моника смеялась так громко. В конце концов, это оскорбительно. Вот и получила. Готовимся удивляться. Моника опять самая смелая. Но, кажется, ей очень нравится. Зак приготовил тропический рай. Конечно, раз такое дело, то такой вариант каждому будет по вкусу. Вау! Но Мэри не сидится спокойно. Лишь бы придумать какую-то шалость. Забирает у подруги бутылку и никаких угрызений совести. Спокойно пьет напиток Моники, как будто так и нужно. А вот Моника жаждет продолжения. Только выбор этот так себе. Зак не поскупился на чеснок. Тут его столько, что голова кружится. Да, это будет совсем невкусно. Мэри смешно. А вот Моника не может избавиться от ужасного вкуса. Ребята, ну и фантазия же у вас. Настоящие мастера. Классный челлендж получился. Любите челленджи? Тогда еще посмотрите наши неудачные дубли. Это очень смешно. Подписывайтесь и делитесь с друзьями. Веселитесь вместе.